12:06 в нашем городе. Продолжается программа «Разворот на бизнес». Всем добрый день. Партнер программы «Разворот на бизнес» – Кировский завод «Сельмаш». Мы продолжаем тему существования и функционала экономического совета при губернаторе. Обозначили ее так: надо посоветоваться, зачем губернатору 21 советчик по экономике. Сегодня у нас в гостях в студии Владислав Попов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кировской области, Азиз Агаев, руководитель аудиторской консультационной компании «Бизнес-информ» и зампредседателя правления Союза хозяйственных руководителей Кировской области, и Николай Липадников, член экономического совета при губернаторе и президент Вятской торгово-промышленной палаты. Добрый день, Сень. Заместитель председателя комитета еще. Заместитель председателя комитета. Совета, да, по экономического при губернаторе. Да, сейчас как раз в перерыве обсуждали и пришли к выводу, что слушателям не очень интересно слушать про процессы, как устроена там структура и так далее. Важно понимать, зачем нужен вообще экономический совет, что по сути они обсуждают, жизни, да. Эти люди, да, выдающиеся и известные, знаковые фигуры во многом. И может ли принести пользу какую-то. Пользу экономике области, и каждому жителю, наверное, в отдельности тоже. Вот Николай Михайлович, как пришедший, у нас присоединившийся позже, давайте начнем с вас. На ваш взгляд, экономический совет, он нужен или нет? И вот какие вопросы в его компетенции решить? Для чего он нужен? Безусловно, экономический совет, название может носить другой характер, он просто необходим. При всем уважении к власти, как органу собственного управления в государстве, в территории, невозможно себе представить, что работают настолько профессионально высокие люди, возглавляющие министерства. Есть много новичков. Заместитель председателя правительства, глубоко знающие все направления, нет идеальных людей. И скажу опять, извините за нескромность, на примере палаты, у нас уже много лет работает коллегия советников палату, в которую входят эксперты по направлениям деятельности данных предприятий. И все, что мы делаем, подготовим круглый стол, конференцию, управление, совет, мы обращаемся к этим экспертам. Разбуди человека ночью, спроси, что сегодня тебя не устраивает в налоговой политике. Он знает, потому что он не каждодневно работает. Спроси человека, кто занимается производством продажи мехов. Скажи, теперь меховых изделий, это даст сегодня прирост экономики территории? Или это несет только ущерб? Он тоже даст ответ. С этим ответом можно соглашаться, не соглашаться, но мы обязаны его выслушать. Поэтому давно я и коллеги мои, и Азиз Агаев, мы уже много лет обсуждали. Мало того, при министерстве мы должны такие советники. Я считаю, это не просто бы призыв, решение сверху навязанное. Это должна быть потребность министра. Вот сегодня возглавляет Министерство строительства, наверное, очень замечательный человек. Только что мы были на выставке. Он прочитал, так сказать, что было там написано, и тут же исчез. Хотя были другие выступления, были архитекторы, которых не хотел бы послушать, понять вообще, ради чего они живут и работают в этом городе. Он просто пришел, ушел, сказал и исчез. Николай Михайлович, вот при министерствах сейчас общественные советы при всех практически созданы. Вопрос там, кто в них присутствует? Зачем, кто и как? Что надо от совета? От совета экономического надо сегодня обязательно взгляд. Может, это взгляд и критический оттенок носит. Взгляд на ситуацию, его оценка. Я думаю, что неправильно, если сейчас монолог длинный будет. Но я готов на примерах. Я почему сразу и сказал, поскольку я приехал сегодня с мероприятия сюда, с выставки архитектуры, зодчества архитектуры, Вятки. Значит, я слышал вот то, что вы говорили. Но на мой взгляд, вы меня извините, коллеги, на мой взгляд, слушателям сегодня интересно ни о структуре совета, ни о численных, ни о чиновниках. Важно, что экономический совет может сегодня помочь решить. С такими вопросами к нам идут каждодневно. И вы знаете один из вопросов. Вот ситуация с РЖД. Понимаете? Она когда-то... Вагоны. Угу. Не можем отправить сегодня грузы. Проблемы с отправкой продовольствия на севера возникли. А это 1,5 миллиарда рублей по оценке специалистов, которые в области ряд. А мы же сегодня как раз серьезная продовольственная, так сказать, территория. Вот смотрите, тогда у меня непонимание. Есть очень сильная общественная структура, Вятская торгово-промышленная палата. Есть совет хозяйственных руководителей в рамках РСПП. Да? И общественная структура может лоббировать интересы предпринимателей, делает это по своей вертикали. Да, тогда
суть экономического совета при губернаторе, он вообще нужен в данной связи, если у нас сильная общественная структура? Так нет, это, нет. Есть, это есть та формальная площадка, на которой они и должны выступать. В каком формате они будут сомнения высказывать? Письмами? Или коллегиально, вот как раз здесь, под протокол. Глядя друг другу в лицо. Не, ну, зная ситуацию с вагонами, решается это не через экономический совет, а напрямую. Значит, что-то и мы не... Ну, это бесполезно. Что-то и мы не дорабатываем пока, формируя повестки совета. Значит, ведь я не скажу, тот же губернатор, по нашему обращению, вышел к руководству Российской железной дороги. Мы получили ответы, правда, эти ответы никого не устраивают. И прошу прощения, мы нашли поддержку вот, зампредседателя комитета по экономической политике Совета Федерации Тимченко Вячеслав Степанович. Вы знаете об этом деле. И 19 ноября в 15:00 в Совете Федерации проводится круглый стол, куда приглашена делегация от нас, где-то человек 5 мы поедем. И там нас выслушают, мы видим. Мы нашли поддержку в Государственной Думе в лице первого зампредседателя комитета Госдумы по транспорту Ефима Виталия Борисовича. Но, конечно, мы считаем необходимым. Губернатора проинформировали. Скажу, что дело сдвинулось. Получили формальный ответ с руководства, с РЖД. И такие вопросы мы обязательно предложим внести на экономическом совете. И не надо, чтобы участвовали в этом совете все те, кто, может, и не понимает в этом вопросе. Вот предложение моего соседа справа, можете уточнить, кто сосед справа. Владимир Ильич. Да, от меня. Спасибо. Как раз было... что экономический ряд может быть сегментирован по направлению деятельности, по отраслям. Тогда нужно больше туда вводить людей. Да, это не сегодня, дело не в большем, сегодня, понимаете? Сегодня каждая отрасль, дай бог, одним человеком представлена. Дорогие друзья, и хорошо, экономический совет, члены экономического совета вправе привлечь экспертов в необходимом количестве для формирования позиций. Я ничего не говорю, это мы с ним несколько лет назад обсуждали. И вы сходитесь в этом понимании? Сейчас, если я сейчас разрешу. Вот сейчас пошла дискуссия. Да, создан два совета по малому бизнесу. Да, то ли это дань моде, то ли это рекомендация сверху. А может быть, и придет время просто объединить. И потому что эти вопросы, малый бизнес, это тоже экономика. Причем это одно из центральных звеньев развития территории области. Угу. Давайте я пока помолчу. Олег, вот когда ты говоришь, вот то, о чем Николай Михайлович говорит, ведь задача у нас есть, ну, тоже как бы классический подход к подразделению задач управленческих. Они есть оперативные, есть тактические, есть стратегические. Стратегические, долгосрочные. Значит, кто говорит, что экономический совет должен решать оперативные задачи? Вот реагирует торгово-промышленная палата на возникающие точечные проблемы, да. Поднимается на уровень обобщения по определенным вопросам, поднимается общественная организация. Хорошо, но есть задачи долгосрочные. Экономический совет не занимается оперативными вопросами, системными вопросами. Вот экономический совет должен заниматься балансированием интересов бизнеса и бюджета. Ведь чем хороши были в свое время, вот сегодня, так сказать, вспомним Олега Колобова, да? Помните, Олег Павлович, по-моему, он. Подождите, чем хороша была система ЕНВД на территории Кировской области, что к нам ехали изучить, а как это мы так обеспечили, как бы, сбалансированный подход между интересами бюджета и бизнеса? Вы имеете в виду руководителя инспекции? Руководитель управления торговлей. Управление до Ануфриева, по-моему, до Ануфриева. Руководил. Все понял. А тем, что собирались люди вот в таком же совете, как вот Николай Михайлович говорит, при каждом министерстве там должно быть, и... именно сбалансированный подход, системный подход продвигали. Они не решали оперативно, какой должен быть коэффициент, большой или маленький. Там, да? Они решали в общем, а в каком виде должен быть этот налог на территории Кировской. И потом отдали на откуп муниципалитету. То есть экономический совет, он должен решать стратегические прежде всего вопросы, системные вопросы, чтобы интересы и экономики, а он представлен на территории области в основном частными предприятиями, да, и бюджета, были просто гармонизированы. Владислав Леонидович.
Добавите. Я добавлю, поддержу как раз то, что как раз сейчас было сказано, потому что действительно задача Совета все-таки это решение именно вопросов стратегии, вырабатывание совместной, скажем, политики в интересах органов власти и интересов бизнеса. Мало того, у нас как раз был конкретный пример, правда, не в рамках вот конкретно нашего глобального экономического совета, а в рамках совета при нашем региональном министерстве промышленности, когда у нас действительно собрались представители бизнеса, и они поправили как раз у нас нашего заместителя, курирующего данные, например, что он не в полной мере владеет статистикой по динамике развития данной отрасли. Ему поправили, сказали, мы заработаем в этом сегменте, мы знаем лучше они вас. Они поправили в большую сторону, так для интереса? Естественно, в меньшую сторону, потому что, значит, когда говорили о том, что у нас все хорошо и все растет, они сказали, извините, вот мы этот бизнес представляем, у нас не так много предприятий легкой промышленности, и наши цифры показывают, что у нас идет стагнация по объемам продаж. Откуда вы взяли статистику, что у нас цифры растут? Поэтому давайте-ка вот будем брать другую статистику. Мало того, мы после этого как раз и договорились, что мы будем формировать независимый источник статистики и им снабжать органы власти для, соответственно, выработки более правильной стратегии. Что значит независимый источник статистики? Это же силы такие немалые. Предприятия сами по себе предприятия. Не так много предприятий, которые нужно анализировать. Да, безусловно. Вот вы сказали о стратегии. Мы не случайно во вторую часть еще поставили себе в план поговорить о стратегии, которая была принята у нас в 2000, если не ошибаюсь, в 2009 году. Да, и предусматривало развитие Кировской области на период до 2020 года. Я посмотрел по окрестным регионам, там стратегии уже, ну, там Ижевск, то есть Удмуртская республика, там более там, новые, Кострома. Да, уже? Да, они более новые, они до 2025 года, у нас до 2020. Остается 2 года до реализации, и в этой стратегии было 3 этапа. Первый в краткосрочной перспективе 2009-2011 год ввести в действие антикризисную программу. Понятно, с чем связано. Были там как раз поправки, связанные с кризисом 2008 года. Государственная поддержка будет оказываться приоритетным отраслям экономики. И на экономическом совете как раз обсуждался этот меморандум, да, по совету, вернее, по стратегии. В среднесрочной перспективе 2011-2015 годы планируется реализация базовых инвестпроектов в сфере добычи полезных ископаемых, их переработки лесопромышленного и агропромышленного комплексов и развития транспортной инфраструктуры. И в долгосрочной перспективе реализации стратегии после 2015 года развитие инновационных секторов экономики, таких как биохимические технологии и производство препаратов крови. Это понятно, что не исчерпывающий список, но, как следствие, Кировская область должна выйти из финансово-экономического кризиса со значительным заделом и стать регионом привлекательным для инвестиций. Вот, красиво. На ваш взгляд, да, в какой-то части или там, в большей части, в меньшей, стратегия была реализована? Потому что на тот момент стояла задача выхода из кризиса. Не надо показывать. Ну, давайте объективно оцените. То, что стратегия развития государства, общества, деревни должна быть, это безусловно. Но вот Азиз Салевич был некогда разработчиком стратегии, среднюю заработную плату по Кировской области он обещал к этому году 90 тысяч рублей. Ну, я не обещал. Ну, к этому году. 20-го? Я не обещал. Я лично прогнозировал. Я объясню, почему, да. Да. Ну, прошу прощения, понимаете, ну, кто мог, стратегия нужна, ориентир нужны, кто мог прогнозировать вот эти ситуации в мировом пространстве? Мы вынуждены и коррективы внести. Вот вы сказали, правильно, мы сейчас переходим на стратегию. Я не хочу для наших случаев говорить только о глобальных направлениях развития. Извините, я по всей работе приближен, исходя из требований предприятий конкретных, к тематике конкретной. Ну, скажите, тема леса, эффективное использование леса, это может быть в стратегическом плане расписано, обязано? Ну, так конечно, ведь, да? Да. Что сегодня делается? Казалось бы, губернатор и его, так сказать, вот команда начали подыскать подходы, насколько они правильны, насколько они правильны. Да, мы собираемся, у нас есть эксперты в рамках комитета, приходят к нам, знаете, это вот плюс скажу, обсуждаем и кое-что уже прислушались. Почему не вопрос? Действительно, многие годы просто лес разбазаривался. Сейчас попытка навести порядок, но чтобы не было, так сказать, здесь каких-то, ну, не решений, ну, таких абсурдных, скажем так, да, ведь это все тоже имеет место.
Значит, это вполне тема экономического совета. Ладно, вернемся к стратегии. Ну, Азиз Алиевич, ваша оценка, собственно, значит, прошедших лет и реализации, нереализации. Было предложение, значит, исходить из каких-то базовых показателей при разработке стратегии. И к 2020 году хотелось бы, чтобы на территории Кировской области средняя заработная плата, обсуждался вопрос 90 тысяч, но в итоге, по-моему, остановились на 45. Угу. Чтобы... К 2020 году средняя заработная плата на территории Кировской области была 45 тысяч. Уменьшили в два раза от 90. Значит, почему? Потому что брали, значит, разные образцы для, значит, ну, стран различных, там, да, смотрели, где это была бы сумма. Но если бы хорошо бы, если бы на территории Кировской области 90 тысяч в среднем получали. Хорошая бы жизнь была. Сейчас 30 с небольшим. Ну, все зависит от уровня инфляции. Сейчас 34, это по России. Россияне желают среднюю заработную. По городу Кирове 23-24. Не, побольше все-таки 26 уже, по-моему. Ну, смотрите, с учетом инфляции там, и так далее, мы реально-то на сегодняшний день имеем снижение покупательской способности людей. У людей денег не хватает на жизнь. И, а если у людей денег не хватает, значит, наш внутренний рынок сжался. Раз наш внутренний рынок сжался, значит, наши производители что делают? Сидят на голодном пайке. Исходили-то из чего? Посмотрите, если мы целиком всю стратегию прочитаем, ожидаемый конечный результат реализации стратегии. Производительность труда повысить 3,1 раза на территории Кировской области. Что такое повысить производительность труда? Это повысить... Сократить просто... количество работающих на конкретном предприятии. А что такое сократить количество работающих? Две задачи. Первое – суперсовременное оборудование. Да. И второе – повышение квалификации. Да. Рост компетентности и, соответственно... Значит, люди могли бы получать хорошую заработную плату. Значит, что у нас делает, значит, на этом, я понимаю, что там тут и Кировская область, и федеральная, так сказать, правительство. Что у нас, значит, 4 года назад Николай Михайлович, значит, и Перминов Леонид Иванович, значит, распечатали, началось импортозамещение, распечатали с сайта там таможенной службы то, что страна импортирует. И можно было эти задачи в долгосрочной перспективе. Мы уже среднесрочную перспективу с момента введения этих санкций прошли практически. И можно было раскидать по нашим областям, предприятиям, кто что будет замещать. Если была бы плановая экономика, так бы, наверное, и сделали. Не плановая экономика, а если были бы интересы по развитию страны, причем здесь плановая экономика, у страны есть ресурсы. В рамках существующей модели экономики. На сегодняшний день получается, что... С отсутствием там определенных компетенций это вкладывать средства большие с непонятным итогом. Да, мало кто... Подождите, а вкладывать средства в американскую экономику с понятным итогом, это как? Так давайте вкладывать свою страну с непонятным итогом, чем вкладывать в американскую с понятным для американцев. Я про риски для конкретного производителя, который возьмет, но окажется, что этот продукт не нужен, потому что санкции отменили или что-нибудь еще произошло. Ну, может быть, к этому времени наша промышленность, наша наука двинется большими шагами, так сказать, вперед. По крайней мере, компетенции людей-то ведь они не потеряются, мы их разовьем. И даже если потом санкции отменят, мы будем, у нас капитал человеческий будет дороже, соответственно, мы производить-то будем больше. И поэтому в стратегии есть масса таких показателей. Но, ну, давайте возьмем там рост валового регионального продукта 2,6 раза до 400 практически миллиардов рублей. Да? У нас в 2016 году было 290. Значит, консолидированный бюджет 2,5 раза до практически 90, значит, миллиард рублей, у нас 45, насколько я так понимаю. Угу. Ну и так далее, и так далее. Нет экономического совета. Значит, есть такое понятие управления, которое называется регулярный стратегический менеджмент. Должна быть система стратегического управления. Показатели должны корректироваться. Ну, на самом деле, не в показателях дела, насколько я понимаю, нужно выбрать ориентиры, чтобы 20%, вкладывать в эти ключевые направления экономики. Кто это должен делать? Я сейчас говорю, это должен делать правительство, исполнительная, заместитель по экономике, значит, председателя правительства, Министерство экономического развития. Они способны это сделать? Они сегодня занимаются текучкой. Секунду. Вот мне очень сейчас нравится слово. Да, вот я уже здесь настаиваю, как бы, позицию чиновника. Они должны это сделать. Вот как раз задача вот здесь, именно экономического совета,
совместно выработать целевые показатели. Не они должны сделать показатели, они могут придумать показатели. От балды, извиняюсь. Так этому занимался экономический совет. Так, секундочку, Николай Михайлович, хотя бы раз тема корректировки стратегии обсуждалась действующим экономическим советом? Да нет, пока нет. Вы знаете, я бы все-таки вот внимательно слушая Азиза Алиевича, а учитывая, что нас слушает аудитория в «Эхо Москвы» большая, все-таки позволил бы себе сказать, что ну, ведь не все так плохо. И говоря о стратегии, есть направление, которое системно успешно развивается. Возьмите, например, вот, я был на всех фанерных комбинатах, производствах. Если говорить о производительности, прохожу по цеху там вязка фанерного комбината или сейчас домостроительная вязка. Вот, я не говорю, что все, плохо-то. Не-не-не, я ни в коем случае упрекаю. Я к тому, что для слушателей, чтобы понятно было, суперсовременно, супер востребована продукция, которую производят. Производительность туда кратно повышена. Было 1350 работающих, сегодня там работает 350 человек, сидят три диспетчера наверху и все наблюдает. Вот хочу реплику все-таки сказать, Николай Михайлович. Вот это развитие лесной и лесоперерабатывающей промышленности начиналось при каком губернаторе? Ну, понятно, не сегодня. При Шаклеине. Да, не сегодня. Ну, при Шаклеине начиналось. И планы эти были, вот то, что мы сегодня имеем, заложены в его программе повышения инвестиционного лимита. Более 10 лет назад. Вот только я прошу прощения, давайте далеко не углубляться. Нет, почему? Я не хочу критиковать, собственно, Шаклеина. Значит, у меня вообще не становится критиковать губернатора, которого нет. И Белых, Белыхова не называл, когда был Никитович Белых, он называл его Никитович Белых. Понятно, я тоже прошу внимательно к этим делам относиться. Но дело в том, что при Шаклеине в аренду долгосрочную были отданы леса по цене 28 кубометров, 28 рублей за кубометр, которые в Нагорском районе потом передавались по бумажке за 400-500. А нагорские предприниматели ехали в Сыктывкар совершенно и брали лес там. Поэтому я не идеализирую ни себя, ни своих предшественников. Живем мы сегодня, и давайте думать, если говорить о роли экономического совета, как роль экономического совета приложить губернатору, сделать действительно как инструментария для повышения эффективности экономики в целом. Прошу прощения, Азиз Алиевич. Да я просто не согласен, поэтому если у нас это время на это все, как бы, потому что Николай Михайлович времени, свою как бы больную тему там, как ему кажется, как бы конечно, затрагивает. Но еще раз говорю, большинство проектов, которые реализованы и повышение производительности труда достигнуто в лесной промышленности, практически основы этих проектов были заложены при Шаклеине. Азиз Алиевич, но есть другие, направления. Есть направление фармацевтики, которое развивалось при Белых уже. При было заложено. Да. То есть, ну, понятно, это цикличный характер и достается следующему, лавру уже следующему руководителю. Это люди, которые сначала, как бы, значит, и Белых занимался сначала стратегией. Помните, как он взялся, как бы, яро, а потом хоп, и перестал экономикой заниматься. Да, нам нужно сейчас сделать небольшую паузу. Реклама. Напоминаем, что это «Разворот на бизнес». Мы говорим о стратегии экономического развития области, о экономическом совете при губернаторе, его деятельности, целях. С нами, напоминаю, Владислав Попов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в нашем регионе. Азиз Агаев, руководитель аудиторской консультационной компании «Бизнес-Информ», зампредседателя правления Союза Совет хозяйственных руководителей нашего региона. И Николай Липатников, президент Вятской торгово-промышленной палаты, заместитель председателя экономического совета при губернаторе Кировской области. Буквально минуту, мы продолжим. Партнер программы «Разворот на бизнес» — Кировский завод «Сельмаш». Мы продолжаем тему обсуждения экономического совета при губернаторе. Для чего он нужен? Назвали ее так: надо посоветоваться. Зачем губернатору 21 советчик по экономике? И вторую половину нашего эфира посвятили стратегированию, да, то есть и пришли к выводу, что совет в первую очередь должен осуществлять как раз стратегические функции. Если там при министерствах должны быть какие-то советы, которые общественные, решают оперативные вопросы, да. Да, которые решают оперативные вопросы, оперативными вопросами занимаются общественные объединения, которых у нас тоже, которые есть, и они сильны, то как раз экономический совет должен определять стратегию, корректировать ее при необходимости, определять приоритеты для потому что ресурсы ограничены, да, эти ресурсы направлять нужно на определенные там векторы развития и на них акцентироваться. То есть, если в Кировской области ставили на лес, да, то добились определенных результатов. Там поставили на фармацевтику и биотехнологии, надеюсь, что результаты тоже там не заставят себя ждать. Вот с точки зрения этой
экономический совет, ну, то есть вот сегодняшний, он способен эти вещи осуществлять и реализовывать? Если нет, почему? Если да, да, то каких и условиях? К тому же, понятно, что стратегия себя, ну, не исчерпала, но нуждается либо в корректировке, а лучше, наверное, в обновлении и принятии уже на следующий этап развития. Давайте, да? Владислав Леонидович, я предлагаю дать слово как-то. Меньше всего у вас во втором часе. Потому что тут общественники очень ярко выступают. Я однозначно за то, чтобы вот в данном экономическом совете, неважно, как он сформирован, вот то, что мы говорили, отличие от того, как это было при Шеклине, при Белых, в любом случае, это совещательный орган, который и должен формироваться из общественников. Он необходим. Потому что именно представители этого экономического совета, это представители бизнеса, науки, там должны быть, со своими аппаратами, со своими, ну, со своими ресурсами, могут дать ту базу для чиновников, для определения целевых параметров. Потому что вот тот пример, который я приводил, когда наши чиновники от промышленности оперируют одной статистикой, опосредованной, а реальный бизнес дает другую статистику, вот это как раз и есть основа работы экономического совета. Он способен дать те целевые параметры, в которых он заинтересован. А уж дальше работа чиновников, как с помощью каких-то государственных инструментов, поддержки там, финансовой, организационной, прочих мер, в том числе и мерами там, контрольно-надзорной деятельности, достичь целевых параметров. Вот сегодня то, что мы говорим, вот мое предложение, мы много раз говорили о том, как было раньше, как было. Давайте попробуем начать с чистого листа. Что мы уже поняли, что нам необходим экономический совет? И я думаю, что все участники этой дискуссии это приняли как догму, что он необходим. Да, вопрос в наполнении, он существует. Я думаю, что надо работать с тем, чтобы совет был более репрезентативен по своему составу. Может быть, 60 членов, может быть, более жесткое деление по структуре, по отраслям, какое-то другое деление. Но главное, чтобы он выдал для чиновников целевое значение. Чиновники сами собой их не придумают. И еще одно, самое важное, кому нужен экономический совет? Да он бизнесу нужен, он обществу нужен. Чтобы оно сгенерировало свои пожелания. А дальше уже совместно с чиновником на этой открытой площадке приняли совместные правила игры. Совет все-таки нужен бизнесу или нужен губернатору? Вот я как раз сказал, что, на мой взгляд, совет, в первую очередь, нужен руководителю региона, чтобы не совершать ненужных ошибок, оплошностей, опираться на мнение. Вы помните, ведь надо опираться на то, что сопротивляется, иначе болото засасывает. Понимаете, это не значит, что все будут спорить, критиковать. Не надо желать слышать только то, что ласкает уши. К сожалению, это имеет место быть в чиновничьей среде. Надо стараться понимать людей профессионально. Вот мне лично, по-русски говоря, все равно, какой партии принадлежит тот или иной человек. Мне совершенно все равно, так сказать, в Аллаха веришь ты, в Иисуса веришь, как песня Высоцкого поется, да, мне важно, что у человека за душой, что, да, жила бы страна родная, область. Поэтому нужен губернатор, конечно, нужен и бизнесу. Вы понимаете, вот о чем мы, сейчас урбанистический форум идет, о чем вспоминаем, помните, урбанист из Японии приезжал, говорил о стратегии развития, так сказать, да, территории что, городов. И тогда мы поняли, да, что, наверное, у нас не так плохо, потому что в Японии все... Какой хуже, вывод, хуже. Ну, какой важный вывод он сделал? Чтобы территория развивалась, нужен союз. Власть, бизнес и общество. И общество. Я же думал, Советский Союз. И общество, ладно, и воедине, так это Япония, коммунистическая страна. Поэтому вот я думаю, что к этому мне вот очень хотелось бы, чтобы вот сегодня разговор дал такой импульс. Импульс, чтобы... Кто должен начать этот процесс? Я думаю, что или мы подскажем Игорю Владимировичу, или он сам, так сказать, послушает. Я вот надеюсь, Плитков встретится с Андреем Геннадьевичем, обязательно передам наше впечатление о нашем разговоре. Понимаете? Ведь что позитивно сегодня, вот у нас, к примеру, говорят, то боялись идти в палату министров, они сейчас идут. И тут, слава богу, в палату садятся, выслушивают. Не все нравится. Вот министр лесного хозяйства Салин, правда, он же сегодня, по-моему, не министр, да? Сергей Васильевич, недавно. Уже нет. Слушайте, недавно там это же как будто опасение, как будто страх какой-то. А вдруг что-то скажут. Ну, что у нас получилось? В журнале «Меркурий» публикуются те же ребята из Нагорска, из других. Слушайте, нам говорят, а вы бы нам показывали перед тем, как опубликовать ваши критические статьи. Да нет там критики, там просто боль, озабоченность людей. Я поясню, журнал «Меркурий» – это журнал торгово-промышленной палаты. Спасибо за рекламу. Я скажу, так вот, это же важно. Люди говорят, люди высказывают. Я, например, очень хочу,
чтобы мне говорили, вот со мной сосед права, значит, Азиз Ильич, он говорит иногда не все, что ласкает мои уши. Но он когда-то, много лет назад, я это помню, сказал, Николай Николаевич, если вы готовы слушать мои критические замечания, я буду с вами работать. Нет, извините. Вот я думаю, такой принцип. И вы тогда сделали выбор. Я сделал выбор, я стал председателем Кировского горсовета. Вот так вот. Буквально 4 минуты у нас остается. Да, я хочу напомнить, что у нас в понедельник, ближайший, 29 октября, будет юбилей большой в ЛКСМ, Ленинского комсомола. Понятно, что организация на сегодня существует уже в таком очень усеченном виде, это уже не та организация. У нас один из активнейших, людей, который занимался и студенческими стройотрядами, возглавлял в ЛКСМ, областном обкоме в ЛКСМ это направление, потом занимался в строительном секторе, потом уже в партию перешел Николай Михайлович. И в связи с этим, во-первых, с праздником наступающим вас, как комсомольцы, комсомольцы бывшими тоже, наверное, не бывают. А во-вторых, все-таки вы можете составить представление для радиослушателей, которые не застали это время, как велось стратегическое планирование тогда и в сравнении ли с сегодняшним днем, или просто рассказать о том, как строилась экономика, на основании каких расчетов, и кто советовал или не советовал обкому партии, куда идти и что делать. Возможно, неплохо бы что-то позаимствовать из той системы. Мы опирались в этот отдел строительства обкома партии. Скажу честно, работа не кабинетная. Мы всегда были на стройках. Я лично курировал сельское строительство. Заводы ЖБК в Слободском, Котельнич, мясокомбинат в Котельнич. Все перечислять не буду. Советские камнеразработки и так далее. Кто советовал? Лично я помню, Мордовин Василий Петрович, замуправляющий трестом, с Сибири сюда переехал, профессиональный строитель-экономист. Почему нет? Спроси, он отвечает. Жесткая была система планирования, четко знали, что сегодня делаем, что через 3 года, и мне уже подсказал опять сосед справа, и жесткая ответственность. Не сделал, обещал, не сделал, ты не обещай, не сделал, пар билет на стол с последующими выводами. С работы тебя не будет. Мы знали ответственность, но не было кнута. Я не говорю, что был пряник, просто было уважительное отношение к слову коллеги. Понимаете, секретарь обкома партии не пытался показать, что он самый главный, самый умный. Он мог пригласить меня сам зав. отдела и говорить, Николай, надо посоветоваться. Ваше мнение. Понимаете? Вот мне кажется, такой формат, ни начальник, ни человек, сидящий этажом ниже, заведомо, так сказать, он не такой умный, не такой ответственный, и человек, сидящий на высоком этаже. Надо настроить нам всем, чтобы мы отдавали все, что у нас есть. Знание, опыт, профессионализм, но то, чтобы область-то жила лучше. Мне очень неприятно, когда говорят, то вот там лучше. Да почему у нас? Вот урбанистический форум прошел у нас. Выставка зодчества идет у нас. И гости наши говорят, слушай, а в Кирове это не так и плохо. Много интересного. Я хочу, чтобы было интересно много и дальше. С праздником, всем комсомола, кто пережил и помнит эту дату. А комсомол, те, кто сегодня критикует, пытается, давайте спросим, что ты сделал для этого общества? Те, кто там были, они сделали немало. И самое последнее в заключение, наверное, хотел спросить всех, если смотреть на стратегию уже там до 30-го, предположим, года, на что бы вы сделали акцент, что является на сегодняшний день главным там недооцененным ресурсом области, который нужно развивать? Азиз Ильич. Мне кажется, что вы, каждый из вас, отвечали уже сами себе, по крайней мере, на этот вопрос. Азиз Ильич. Это непростой вопрос, потому что лес вроде активно. Это надо обдумывать. Власть наша областная регулярно говорит, люди – наше основное богатство. Люди. Не только эта власть. Это не только эта власть говорит. Да, но, Николай Михайлович, люди – основное богатство, но его надо развивать. Совершенно верно. То есть и развивать в правильном направлении. У нас, конечно, люди, но смотрите, вот сегодня у нас есть компании, которые разрабатывают там программное обеспечение, используемое в том числе по всей стране. Как только их убрали, значит, и по тендеру там выиграл Ростелеком, там, условно говоря, работа остановилась в ЗАГСах, например, по всей стране. Потому что отдали монополии, которые
которая некомпетентна. Которая, ну, я не буду каких-то таких выражений там... На мой взгляд. Да-да-да. Можно же добавлять, на мой взгляд. Скажу, что которая не справилась с поставленной задачей. А наша компания, которая, значит, она делала, но вот, значит, отстранили. Практически все стало. Попробуйте сейчас там получить там какие-то свидетельства... Значит, за, рождение там, лучше, чем смерть. Или там регистрацию, ну, да, брака перевели теперь в одно место по всему там городу, условно говоря, там, да. Потому что возникла проблема. А выделены миллиарды там. Есть у нас и люди есть, и бизнесы всякие можно развивать, и компетенции можно развивать. Но в любом случае надо смотреть на бизнес, который... не потребляет тех ресурсов, которые у нас нет. То есть это можно и химическое развивать, и все что угодно. То есть можно все что угодно делать на территории области, только давайте сядем и обдумаем это, и включим это в стратегию, обеспечим ресурсами, будем двигаться. Хочется, чтобы область развивалась, Николай Михайлович, и достигала 90 тысяч в месяц средней заработной платы. Владислав Леонидович, полминуты. Добавьте свое. Если очень кратко, вот все равно надо заниматься развитием того бизнеса, который работает на основных фондах. То есть чем больше у нас будет промышленного оборота, чем больше у нас будет добавленной стоимости, тем больше денег у нас будет оставаться у нас здесь в семьях, в регионе. Это политика и для глобальной экономики. Понятно, что мы можем поднимать малый бизнес, поднять сотни предприятий, но если у нас хотя бы один из наших гигантов промышленных хоть там на 1% увеличит оборот, это перекроет эффект от сотни малых предприятий. Поэтому надо заниматься всем. Это наша особенность. И да, у нас очень много оборонки. Надо заниматься и оборонкой, чтобы она у нас здесь оставалась, жила, была обеспечена быть заказами. Наши гиганты, чтобы они продукцию производили, и чтобы оставалось все это, ну, по максимуму в нашем регионе. Но это не отменяет того, что нужно заниматься сельским хозяйством. Мы, на мой взгляд, не занимаемся этим ресурсом. У нас есть достаточно много предприятий, которые, ну, выживают, окупаются. Этим сегментом заниматься надо. Как я уже сказал, небольшими промышленными предприятиями заниматься тоже надо. Ну и как у нас тут притча в языцах, лес, лес, еще раз лес. Николай Михайлович. Коротко. Люди с их профессионализмом, умение работать с этими людьми, ставить перед ними цели и уважительно к этим людям относиться. И мы годы свернем с этими людьми. Спасибо. На этом завершается программа «Разворот на бизнес». Благодарим партнера программы «Завод Сельмаш». Наши гости Владислав Попов, Азиз Агаев, Николай Липатников, Олег Прохоренко и Владимир Сметанин. Всем доброго дня. До свидания. Олег, я не выполнил.